Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Каникулы закончились, мы с вами начинаем работать. И у меня сегодня вот такой маленький этюд. Я сегодня буду писать этюд по памяти. Этюд хорош тем, что он схватывает основное, а все остальное, мелкие-мелкие детали, они растворяются. И, конечно, я делаю это по памяти, и я буду вносить какие-то свои элементы. Вот, кому интересно, присоединяйтесь, будем писать. Я начинаю с самого темного, самых темных пятен деревьев, вот этой группы деревьев, которые находятся около глади воды. Я их распределяю общую массу и нахожу эту линию горизонта, на которой у меня, от которой у меня все будет дальше держаться. Также я намечаю темные пятна на самой глади воды. Это и есть отражение этой группы деревьев. Где-то более плотно, где-то более мягко. Самое главное, мне нужно понять, как у меня будет вот это располагаться, основные вот эти элементы, как они будут располагаться на формате. Дальний план тоже я так достаточно мягко сейчас намечаю. Ну и, следовательно, затем я уже буду приступать к основным цветовым моментам. Я намечаю облака через ультрамарин, стараюсь найти вот этот холодный плотный тон целого этого большого пятна, и где-то по краям я его смягчаю. Интересный момент, небо, которое освещено солнцем, но такое розовое. Нужно найти достаточно
теплый этот розовый, и потом я к нему вернусь. Я прокладываю вот эту плоскость травы, плоскость поляны, как сказать, как лучше сказать, где все покрыто травой, но цвет травы я меняю, конечно, он более теплый, он через красный, он через охру идет. Я нахожу это, но он достаточно плотный. Затем я уже буду приступать к разработке глади воды. И, естественно, я уже буду дальше прорабатывать сами деревья. Какие-то стволы. В конце я добавлю светлых пятен, именно которые обрамляют облака, контр-ажур. Ну и буду собирать композицию, чтобы она смотрелась цельно. Что ж, я желаю вам приятного просмотра. Кому интересно, пишите вместе со мной.
Друзья, я вас приглашаю на Boosty, потому что все мои подписчики на Boosty, они имеют ранний доступ к моим роликам. И там очень много еще дополнительно уроков, советов. Заходите, подписывайтесь, выбирайте подписку. Я буду вам всегда рада. И до новых встреч. Пока-пока. Увидимся.